Привет! Меня зовут Наталья Силина. Я гинеколог-эндокринолог, специалист по женскому здоровью от 0 до 100 лет. Я не буду тебя пугать, а развею основные мифы о женском здоровье и раскрою определенные секретики о тебе самой. Зачем тебе нужно знать про твои месячные? Самое главное, что каждая из нас должна знать, то, что менструальный цикл – это основной критерий твоего женского здоровья. Месячные – это отторжение слизистой оболочки матки. Вот сама матка, вот тело, вагина, трубы, яичники. И менструация – это кровянистые выделения из половых путей, которые случаются циклично. Почему это происходит? Каждый цикл, во-первых, первый день менструации – это первый день нового менструального цикла. Одновременно с тем, как эндометрий выходит из полости матки наружу, начинается постепенное созревание фолликулов в одном из яичников. Этот фолликул вырабатывает основные женские гормоны – эстрогены, которые стимулируют рост слизистой оболочки матки. Когда фолликул достигает примерно 20 мм, да, то есть 2 сантиметров, головной мозг говорит: «Стоп, дорогой фолликул, хватит тебе расти, давай, яйцеклетка в этом фолликуле уже созрела», и происходит овуляция. То есть овуляция – это разрыв стенки фолликула, то есть стенки яичника. Иногда это может сопровождаться определенным дискомфортом внизу живота, незначительными болезненными ощущениями. Если регулярно ты ощущаешь свои овуляции, и это приносит дискомфорт, это повод обратиться к гинекологу. Итак, после того, как яйцеклетка вышла из яичника, труба, фимбрии захватили эту яйцеклетку, и яйцеклетка начала идти по трубе. И затем на месте выхода яйцеклетки образовалось желтое тело, которое вырабатывает другой женский гормон – прогестерон. Прогестерон как раз говорит слизистой оболочке матки: «Хватит расти, давай готовиться к внедрению в полость матки оплодотворившейся яйцеклетки». Естественно, не нужны никому незапланированные беременности. И яйцеклетка не встречает сперматозоид в трубе и выходит. Матка понимает, что ничего не произошло, беременности нету, некого принимать свою слизистую. И падают все уровни гормонов, и начинается менструация. Вот такое происходит с каждой из нас каждый месяц, когда до тех пор, пока не закончатся все фолликулы в яичнике. И помни, счастливая женщина здорова и образована.